знаешь, его понимание, вести себя в 30 лет, типа быть каким-то бездушным, каменным. Вести себя в 30 лет, как Вася, который чувственный, но одновременно поступает правильно, блядь. Вася раз-два, вот кто это, блядь. Человек, который в 30-ку ведет на 30-ку. Вести себя как Жора, блядь. Который эмоциональный, но все это, блядь, тоже адекватно рассуждает. Я понимаю, в ДС это вот с майнкрафтерами. Я с ним в ДС не пойду, я тебе... А это что, блядь? Это 30-летний, блядь, какой-то, который просто обиженный, блядь, или что, я не пойму. Его